Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ну что, начинаем с ивента, как обычно. Ну-ка, покажите-ка мне, что у нас тут творится. Угу, зомби, так. Зомби-мумия и так далее, да? Ага, нам дают с тобой огненного дракона. И это круто. Так, тихо-тихо-тихо, бомжары, да? Все, я вас понял. Так, подожди, как тут лучше сделать-то, я даже не знаю. Бомжик будет прыгать, 100% тебе говорю. Поэтому в наших интересах. А что мы сделаем-то? Мы сейчас пока ничего с тобой не сделаем. Ха, он приземлился, да, и отдуплился. Ну, тем круче для нас. Слушай, мне кажется, что ивент будет легким. Стоп, а может быть я погорячился, а? Сказав такое. А ну-ка, вылупляем, друзья мои. Четенько все, как в аптеке. Ты посмотри, как хорошо у нас получается здесь бомбить этих сосунков. Ну, давай сюда поставим с тобой. Ты видишь, какие у меня хорошие ушки на моем этом электрическом камыше. Да, он такой притворяется, типа он кролик. Ну, захотелось ему побыть кроликом, понимаешь? Ну, и я сказал, ну, а почему бы и нет? Хорошо, я говорю. Электрокамыш, давай. Будешь у меня теперь отныне кроликом. Так, тихо, враги что-то, по-моему, налегают на нас. Или мне кажется? Нет, ребята, не кажется, их очень много. Опа! Прыгнул и развалился, да, от того, что приземлился. Хе-хе-хе, супостат. А как ты хотел? Слушай, ну тут жаровню мы устроили вообще с тобой имбовую-то, посмотри. Ух! Душа, как говорится, в пяточке, да, спряталась. А какая душа может быть у зомби, друзья мои? Никакой. А почему? А потому что они уже все. Они не живые, они зомби, они мертвецы, друзья мои. Единственное, я не понимаю, почему мертвецы вдруг начали воевать именно с растениями. Это же кому в голову пришла такая идея? А почему бы, говорит, нам не сделать зомби, а защитников растениями? Так, горхострел. Оу, три семени на косточку и 2500 монет. Ребята, неплохо живем. И с вашего позволения я еще разочек сыграю. Угу, вот они зомбики. Кстати, у нас обновление весеннее, да? Называется «Весна идет, дорогу весне». Так. I'm coming. Давай вот так вот сделаем. Потом вот так вот. Бомжара, а, он даже ничего не успел сделать, уже отдуплился, друзья. Вот это вот немножко мне не нравится. Давай вот так сделаем. Опа, 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 опа. Слушай, а бомжара-то, ребята, не погиб. А если я вот так вот сделаю? Хе-хе. Тихо, 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 камыш. Камыш. Че, неужели съест? Да, друзья мои, съел. Понимаешь? Так, у нас здесь что творится-то, я не пойму. Так. Эти там в орех уперлись, да? Я смотрю. Мы с тобой сделаем вот так. А вот так. Два редка драконов. Я думаю, что это будет вообще имбово. Никто здесь точно уже не пройдет. Так, электрокамыш. Горохострел. Все как полагается. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Хорошо, поджарили. Так, это у нас получается последняя волна. А, нет, предпоследняя. У нас, кстати, почти, ребята, 10 тысяч монет. Надо будет, наверное, кого-то прокачать. А кого? Влупляем. Давай еще влупляем. Пока у нас с тобой есть удобряшки, можно бомбить. Ух. Да. Ни малейшего шанса у них на выживание здесь нету, как ты понимаешь. А мы с тобой проходим этот уровень. Так, давайте мне, пожалуйста, награду. Откройте три пиньяты. Давай. Вот эту. Лунный цветок. Стручковый горох и 1000 монет.
Теперь мне хочется посмотреть, есть ли у нас новые какие-нибудь квесты, ивенты. Так, во-первых, заберем с тобой награду. Угу, тут у нас гемы. Так, забрали. Смотрим здесь. Эх, друзья мои, нету. Нету новых ивентов, к сожалению. Плохо. Что я могу тебе сказать? Так, давай тогда глянем, что у нас тут. В Пенни. Ну, в Пенни 100% что-то должно быть новенькое быть. Так, здесь мы с тобой заберем. Что мы тут с тобой заберем? Во-первых, пиньяту бесплатную. Ну-ка, давай-ка. И что нам здесь выпадет? Так, Snapdragon. А, Sharp Dragon. И вот этот вот непонятный Грэс. О! Слушай, а я... Ты посмотри, какой замечательный был костюмчик. Слушай-ка. Ну, давай. Почему бы и нет? Я хочу взять, например, этой оливковой косточки. 10 штучек. Итого у нас становится 134. Стали 10 штук выпадает еще. Так, я могу еще позволить себе. Слушай, а куда у нас делся, извини меня, этот? Кто же там был-то? Нарцисс. У нас же нарцисс тогда, да, разыгрывался. Сейчас почему-то его нету. Так, Хурикали. Ну и последний. Последний раз берем с тобой. Будем потихонечку, потихонечку вот таким вот образом получать растения, которых у нас не было. Ну что, остается соточку еще найти. И магнит гриб. Все, ребята. Здесь закрываем. На арену идти, что ли, сразу? Сразу на арену? Нерезонно. Давай-ка мы, наверное, с тобой сходим вначале на огород. Проверим, как у нас тут дела вообще обстоят. Тишина такая. Все целенькие, прикинь, никто не тронутый. Ну-ка, Пенни, порадуй меня чем-нибудь. Да как же так-то? Как такое может быть? Да я вообще не проходил эти испытания. Что за бред? Мы же с тобой вроде бы не смогли дойти, да, до конца, потому что у нас энергия закончилась. Что-то за фигня происходит? Я не пойму. Кто за меня играет? Бредятина какая-то. Так, давай посмотрим, что у нас там на арене. Ага, на арене мы сегодня хотим с тобой заработать 20 вот этих пиньят. Ну, попытаться. Для этого нам нужны перчатки. Поэтому... смотрим рекламку. Ну что, получается, мы с тобой получили 4 перчатки плюс одна бесплатная игра. Банди. Так, во-первых, у нас поменялись условия, поэтому сейчас надо смотреть, против кого вообще мы будем воевать. Или ничего не поменялось? Да нет, ребята, вроде бы ничего не поменялось. Только вот нам дают теперь... Так, давай подумаем. Усиленные зомби, да? Давай, наверное, вот так сделаем. Вот так. Васаби. Я не знаю, ребята, стоит ли брать. Ага, возьмем с тобой мины. Ко всему прочему, наверное, можно взять, в принципе. Вот, нет, лазербин не хочу, ребят. Лазербин не хочу. Что-нибудь надо посущественнее. Шипы. Ну, как вариант, можно было бы взять и шипы. Но я думаю, что все-таки... А, это же, по-моему, здесь будут могилки, да, появляться? Так, возьмем тогда вот эту вот штуку. Нет, 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 нет. Не эту, возьмем обычного могилоеда. Где он у нас? Так, можно взять арбуз, наверное, еще ледяной. И могилоед. О, кстати, можно было бы даже взять кукурузу. Она бы их всех станила. Ну, вот так вот, поехали.
Сейчас я быстренько здесь все расставлю. Так, подожди, а что я расставлю, если у меня... Нет, ребят, ничего расставлять я не буду. Все будет у нас в процессе битвы. Так, понеслась. Понеслась. Давай сделаем так. Мины. Само собой. Ну что там, явилось, не запылилось, чудо. Так, давай сюда. Теперь сюда поставим. И вот сюда. Так, могилоед поедаем. Энергия солнечная где? Вот она. И плодим бомбочки. Да-да. О, явились, не запылились катапульты у нас. Как я погляжу. Так, секунду. А, все уже разобрали? Ну и круто. Что я могу тебе сказать по этому поводу? Стоп, 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 стоп. Вот это он разогнался. Слушай, ну довольно круто получается, друзья мои. О, круто получается. А чё? Ё-моё, я же совсем забыл, что мы здесь соревнуемся, друзья мои. Ой, вот это я, конечно, да. Совсем забыл про то, что у нас здесь поединки, блин. А не просто так. Так, а подожди, а чего не хватает? Мне не хватает энергии. Давай-ка вот здесь попробуем. Блин, не успел. Слушай, друзья, по-моему, здесь будет фейл у нас. Если кому-то это вообще интересно. Так, тихо. Я одного не могу понять, куда у меня вся энергия-то девается. Мне это кто-нибудь объяснит? Ой-о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 й. Ну это я все разбросал. Блин, ребят, проиграем. Проиграем по ходу дела. Тринадцать секунд. Буквально чуть-чуть, да, не хватит. Ты прикинь, я на последних секундах. Я на последних секундах, друзья мои, урвал победу. Вот что значит фартануло. И опять же, благодаря именно липкому рису. Да, именно ему. Так, ну что, мы с тобой получаем. Стоп, а почему не продвинулись? Зашибись, я же выиграл. Здоровски просто, ребята. Мне не начислили ни кубки, ничего. Молодцы, оригинально сыграли. Что тут скажешь. Так, ладно, давай подымаем. Мина здесь не особо хорошо рулит. Я так понимаю, да? Ну-ка. Вот эта вот мина и арбуз, наверное, тоже не особо здесь заходит хорошо. Сделаем с тобой немножко по-другому. Вот так вот я хочу сделать. А, кстати, знаешь, что еще? Может быть, вот так. И ко всему прочему. А, могилоед, где он? Все время его теряю. Постоянно такое происходит. Можно, в принципе, электрический взять этот разрядик. А можно взять и вот этот гриб. Поехали. Попробуем, да? Let's rock. Давай, гриб, выручай. Хоба, сразу энергии надавал нам. И еще один.
Ну-ка, предположим. Опа, ты видишь, что мы делаем? Вышел, да? Идет охламонище, я смотрю. Идет, конечно, бежит. Супостат. Сломя голову, а? Ну, бусурман. Так. А я что, не взял? Молодец, я не взял. Ну, красавчик, Рэй, ё-моё, как всегда. Как всегда, забыли взять с тобой могилоеда. По красоте, да? Лучше и быть не могу. Ну, взрываем тогда, как можем. Все, поставим. Кто там идет? Кто-то марширует. Кто-то там... Ага. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Блин, ну вот это вот. Вот. Другое дело. А эти идут в наглую просто, прикинь. А противник что, специально от меня не отстает, да? Не на шаг. Просто ни на шаг от меня не отстает, прикинь. По там идет. Так, мы его немножко переплюнули. Совсем маленечко. Так, у нас 600, у него 500, да? Ну-ка, если я вот так сделаю. А этого мы с тобой подбить не можем, да? Получается, самого главного, вот этого Гаргантюаху. Ему по барабану. Но для него закон не писан. Понимаешь? Он идет, как все дома. Ребят. Вот что я заметил. Да? Слушай, а мы с тобой уже начинаем потихоньку отставать. Потихонечку, да, начинаем проигрывать. Оу, я проиграл, да? Ребята, прикинь, я проиграл в конце. Да. Вот этому? Как? Как вообще там можно было проиграть, друзья мои? А мне не понравился вот этот цветок, который я взял в последнем. Чушь какая-то, на самом деле. Вообще бредятина. Подбивает тех самых зомбиков. Так никчемненько вообще. Поэтому я, наверное, уберу его все-таки из нашей коллекции. И возьму все-таки мину. Да-да, вот про этого я говорю. И возьму, наверное, мину. Где у нас мина-то? Лава Гуава, я не хочу. Вот мину возьмем с тобой. И нормуль. Знаешь, что еще возьму, наверное, вот. Где у нас капкан? Вот он. Пускай он еще будет. Все, погнали. Была, как говорится, не была. Let's rock. Начинаем с этих грибочков с наших. Жит. Так, куда вы идете, а? Охламоны. Так, везде мины разбросаем. Так. Этот идет, да, явился, не запылился, так скажем. Давай, Дейзи. Так, стоп. Ну-ка, проверим мяту. А мята действует только на Дейзи. Вот что я тебе скажу. Для остальных по барабану все. Что-то как-то кисло у нас с тобой идет прибавка, если честно. Вообще не особо хорошо.
Ну давай ты энергию мне солнечную, быстрее. Так, сюда, потом сюда. И вот сюда. Так, враг от нас на чуть-чуть, друзья мои, всего лишь на маленечко отстает. Это не очень хорошо. Так, мина, мину вот сюда поставим с тобой. Косточку сюда влепим. И вот так вот. Я даже уже не знаю, где тут... А, вот, нет. Свободного места нету, чтобы куда-то можно было бы поставить, понимаешь? Давай здесь воткнем. И больше некуда, блин. Мне даже мяту некуда поставить. Во, вот сюда воткнем. И все, больше не могу. Давай так сделаем. Косточку это куда влепить-то? Куда влепить эту косточку? Некуда. Нашел, кажется, лазеечку. Давай вот сюда вот поставим. И вот так. Что у нас там по очкам? 570, да? Окей. И поставить сюда, может быть. Некуда. Просто некуда, потому что мест нету. Все уже забито, завалено. А этот-то что здесь делает? Скажи-ка мне на милость, а? Так, у меня 700. Ну все, ребят, тут победа за нами. Тут как-то нам повезло, фартануло. И все вроде бы отлично. Так противник, ты посмотри, он первого уровня. Понятное дело, почему мы выиграли здесь. Так, ну что, мы забираем с тобой 4 пиньяты и с удовольствием их открываем. Так, смотрим. Стали 10 штук. Дальше нам выпадает могила Е30, и он прокачивается, друзья мои. Все? Все, сказали. Больше ты ничего не получишь. Так, давай-ка посмотрим, сколько нам нужно еще для того, чтобы получить 20 пиньят. Там дофига, по-моему, надо нам. Ага, еще как минимум 2 боя. А тут-то что у нас? А, ну да, могилоед. Он хочет прокачаться, ребята. И где же ты? Где у нас могилоед? Так, он в самом начале должен быть, по идее. Вот он. 10 000. Да, друзья мои, 10 000. Ху-ху-ху. Совсем не кисло. Так, ну что, у нас с тобой еще 2 рукавички, да, и 2 приза. Так, пиньета в конце на 8, да, штук. И, конечно же, карамельки. И, конечно же, карамельки. Ладно, из. Против нас или мы против него. Так, гаргантюахи готовы. Я, в принципе, тоже готов. Оставим такую команду. Вроде бы неплохо, хотя и уже поздно. Вот это можно было бы поменять на самом деле. Как-то от него толку не особо много. Так, давай. Грибочки сразу же энергию. Сразу же энергию, сразу же солнышко. Все это выставляем, получаем. Бомбим. Сбрасываем. Идет, 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 идет уже. Посмотри, идет уже. Так, погоди секунду. Ну, оливку можно и сюда, наверное, поставить. Сделать вот так. Две атаковать. Сюда поставим. Сюда. И сюда. И вот сюда. Так, погоди, погоди, куда ты прешь? Наглый до чего, а? Ты посмотри на них. Вот зомбеть она дает. О, друзья мои, мы опять с вами проигрываем. Блин, да что ж ты будешь делать-то, а? Мы опять проигрываем. Я имею в виду по очкам именно. Ч
Чего-то не хватает, чего-то не хватает. Фиг поймешь. Как вот эти вот могилы меня, блин, раздражают. Не могу прям, ребят. Ну дайте уничтожить-то. Так, предположим. Че, меня-то еще в откате до сих пор? Че так долго-то? Погнали. Сделаем так. Сделаем вот так. Так. Где у нас вот супостат? Где враги? Врагов дофигища просто. Ух, смотри. Толпа-то там идет. Толпа-то там идет. Немаленькая, немаленькая. Так, давай сюда, зарядим. Туда можно мину поставить, скажи мне на место. Тут даже плюнуть некуда. Не то, что там мину поставить. И некуда. А вот сюда есть только. Так, время, да, там поджимает, я смотрю. Время поджимает, а мы с тобой... А мы с тобой лидируем. Все, отлично. Все, прекрасно, друзья мои. Здесь победа за нами. Фух. Ну, мы... Ну, считай, на равных дрались. У него здесь одуванчик. 5 конфеточек забираем. И двигаемся дальше. Ребят, последний решающий бой. Во-первых, у нас с тобой последняя перчатка. Гемов маловато. Ну и 8 пиньят. Фу. 12 место. И если мы с тобой здесь сделаем победу, мы заработаем 20 пиньят. Вперед, друзья мои, не сдаваться. Дри. Вот тебе и дри. Сейчас это делать будет дри такое. Дри-дри-дри-дри-дри-дри-дри. Ну ты понял, да? Так, слушай, а что я тут делал, ребят? Все у меня под контролем. Оставляем все как есть, да? Или мяту будем менять все-таки? А если мяту менять, то на какую? Скажи-ка вот мне на милость. На взрывную? Или лучше вот на эту? Она же у нас для кого работает вот эта вот? Для вот этих, да? Нет, тогда оставим все как есть. Все, я готов, друзья мои, поехали. Начинаем с наших грибочков. Малосольных. Малосольных. Сразу облако газов, всякой ерунды. Естественно, мины. Без них никуда. Бегут эти охламоны. Так, бегут эти охламоны. Ну что, мяту? Подзаряжаем, да? Поехали. Пока не будем ставить. Надеюсь, минами сможем мы с тобой тут отделаться. Мне кажется, не сможем мы тут отделаться своими минами. Окей. Задрищев. Так, тихо, 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 тихо. Куда вы? Давай вот сюда вот поставим. Ё-моё, опять противник меня опережает, а? Да чтоб тебя. Как он-то умудряется делать? Сейчас расскажет мне свой секрет. Для маленькой такой компании, да? Блин, я не могу его догнать. Я его не могу догнать. Ой, так сделаем. Вот так. Подожди секунду. Подожди секунду. Давай сюда. И вот так вот. Две двойные сделаем сейчас с тобой. Сюда и сюда. И сюда. Так, некроманси, да? Пошло, поехало. Даже мину не могу влепить. Во. Нашел лазеечку.
Офигеть, что тут происходит-то? Оба-на. Всех туда. Всех к ногтю, друзья мои. Всех к ногтю. Взрывы, это как, знаешь, на макаронной фабрике, ребят. Нифига, откуда у меня столько очков, друзья мои? Я что-то не помню, лям, 200 уже. Это с чего вдруг? Что это за секрет я такой сделал, что даже сам не понял, откуда у меня лям 300 уже. Это где ж так фартануло-то? Что там так взорвалось, ребята, что я даже не знаю. Ну, посмотри сам. Почти лям 400. Просто я не контролировал вот этот вот процесс наверху по очкам. Но я когда последний раз видел, мы с ним шли, у нас разница была в 100 тысяч. А сейчас, извини меня, почти 800 тысяч. Так, ну что, друзья мои, я обещал пиньяту? Обещал. Вот мы ее с тобой и получаем. Давайте теперь открывать и смотреть, что нам здесь выпадет. Так, примитивный орех. Эх, чуть-чуть не хватает, да? Чтобы нам прокачаться. Так, вишневая бомба. Дальше. Цитрон. Замечательно. Следующий у нас. Стручковый горох. Так, это у нас редиска. Ага. Нет, не хватает. О, оливки. И... ротобага. А это вот эта вот ерунда, ребят. Лилипэт. Кувшинка. Ну, как-то так, друзья мои, как-то так. А вот они еще 20 пиньяточек. Прекрасно. Да, вот ничего лучше не могли дать, да? Как водоросли. Так, солнечный фасолькин. Дальше у нас идет лунный цветок, 20 штук. Так, близнецы с подсолнухи. Следующий у нас. Опа, 20, друзья мои. 20 оливковых косточек. 10 электрических горохострелов. Понятно. Редька. Ну, это у нас эндуриан. Ух ты, 20 аж. Это гипнокапуста и электрокамыш. Все, да, по-моему? Нет, смотри-ка, 20. 20 бумерангов. Так, Nightshade. Ну, этого у меня нету. Ледяной дракон. Капелька. Чомпер. И все, да? Ты посмотри, а дают и дают. Так, ну это у нас крокодильчик. Фух. Слушай, ну неплохо, ребята, мы с вами получили. Неплохо, я доволен. Доволен, как удав. Перчаток нету. 109 конфет. Так, подожди, а кто у нас хочет прокачаться? И... а, водоросли, ну конечно же. Хотя и этот тоже, 5000. Нет, ребят, это для меня шикарно. Слишком. Тратить на тех, кого я не хочу использовать. Ну это, ребята. Так, здесь забираем с тобой награды. Две конфеты. И все, да, получается. Блин, может пойти сюда на 100 гемов выиграть, а? Почему Пенни, вот меня вот, ребята, удивляет. Пенни прусует, было обновление, все, я обновил, да? Весна идет, и у меня уже, на. Вот тебе такая весна, как тебя устраивает? Радуйся, говорят они мне. Весне. Трэш, а здесь, что у нас тут? Все такое важное, ребята, я прошел. Самое важное, да? Ну, давай с тобой рискнем тогда и попробуем пройти хотя бы один эпический квест, который нам дается на 100 гемов. Хотя бы начнем. Я не говорю, что мы сегодня прям пробежимся, но начнем. Поехали. Хотелось бы посмотреть, против кого мы здесь с тобой будем драться. Ну-ка, покажите мне, пожалуйста. Да-да-да-да-да, зомби-арена. Упс. Оу, ху-ху-ху-ху. И там и бегунки, друзья мои. А почему мне запретили взять, извините, имитатора? Не понял.
Так, тихо, ребята, я что-то не врубился. Имитатор. Я же его покупал. Какого фига он закрыт? Ну-ка, где он? Сейчас, подожди. Сейчас я его найду. Я что-то не понял юмора. Да где он, блин, не могу его найти. Трындец. Да он должен быть где-то вот здесь вот, насколько я помню, не? Вот он. Да нет, ребята, он открыт. Может быть, просто здесь его нельзя в этом событии брать? Может быть, так? А то уж было, пуганули меня, ребята. Я уже думал, нифига себе, обновление, весна идет. Думаю, сейчас пришла бы весна. Так, здесь у нас и летающие, блин. Нет, ребят, давайте мы вот эту команду не будем брать. Нам здесь нужно что-то другое. Возьму орех. Возьму мину. Так, тут летающий, да? Летающий. Против летающего, что? Тут еще этот бегун, блин. Против бегуна жвачка, в принципе, неплохо должна зайти. Возьмем еще так. Васаби плюс этот. Так, подожди. А где кактус? Что-то я не понял. Я что-то не могу найти кактус. Где кактус мой? Хурикали. Вот он. Если я возьму кактус, то у нас с тобой... Блин, как быть? Тут еще этот псих, который будет бежать, сломя голову. А я могу сделать немножко по-другому. Я возьму, наверное, вот так вот. Так зачем мне кактус, если я буду этого сдувать? Вот дилемма, а? Он будет бежать и давить. Да фиг с ним. Ребят, поехали. 3 часа будем сейчас рассусурить. Я вот всегда у меня так. Начинаешь что-то мешковаться, думать. И в итоге ни два, ни полтора. А когда так хаотично, наобум, ну, всегда проигрываешь. Ну давай, где вы там, супостаты? Я вас жду. Ну вот. Первые подсолнушки, да, скажем так, начали давать свои плоды. Успеет, интересно, у меня минка-то созреть? Успела, бамс. Вот так вот. Все, с подсолнухами мы разобрались. Так, теперь начинаем сумрачные катапульты выставлять. Пока летающих нет, можно расслабиться. Можно расслабиться. Сделаем, наверное, вот так с тобой. Ну что ты там уже хаваешь, а? Хавает он мне. Я вот сюда еще поставлю орех. На всякий случай. Куда ты летишь? Иди отсюда. Оп. И все. Ну и куда ты бежишь? Добегался. А, вот оно что. Ё-моё, тихо. Я что-то, честно говоря, не ожидал, что здесь еще будут эти. Ого. Тогда мы поставим с тобой сюда еще преграду. Так, удобряшка нам досталась. Попугаи сдули? Сдули. Так. Тихо. Тихо, я тебе сказал, куда идешь? Ну, ё-моё, ну как так-то, ребят, ну... Ну как так? Ну все пошло не по плану, абсолютно. Ты будешь уничтожать вот этого халабуду? Или нет? Этих сдуть отсюда. О-о-о-о, явился, не запылился. Царек тоже мне тут мелкий нашелся. Сдуваем.
Так, что у нас там по орехам-то? По орехам. С орехами все четенько. Все как в аптечке. Опять вылез. Надо, наверное, ребят, вот так вот делать. Да? Летающие есть? Летят, вон они. Опа, и обратно их. К ядрене фени. Так. Стоп! Ты куда это паршивец прилетел, а? Скажи ко мне на милость. Летающих сдуваем. Так, а что это тут делает? Я не могу понять. Что-то нам хрустит, наяривает. Да? А ну-ка. Все прекрасно. Теперь делаем вот так. Ставим еще один орех. Замечательно. Изумительно. Да лети ты. Так, я не понял. И долго вы тут собираетесь? Выходить еще, вылазить. Ну-ка, мина. Он сейчас ее раздавит. Может, хватит уже, а? Ты посмотри, посмотри, что творят, а? Смотри, что творят, мелкие. Ну давай. А как вот с этим-то быть? Выпрыгнули. Так, ну ладно. Слушай, долгий какой-то у нас этот бой был. Согласись. Я думал, быстрее все пройдем. Но нет. Так, ладно. Забираем и двигаемся с тобой на второй поединочек. На второй поединочек. Пятерочку, наверное, сегодня пройдем, да? Пятерочку оставим на лучшее время. О, как все запущено, друзья мои. Мне дали такой вот маленький промежуточек. Плюс тут пушка. Как будем делать с тобой? Давай подумаем хорошенько. Здесь маги. Маги нам нужны, конечно же, нет. Поэтому... Подожди, липучка, ну ладно, пускай будет. Так сделаем с тобой, наверное, плюс ко всему. Я думаю, что здесь не помешает Дейзи. И плюс вот эта вот мята. Возьму васаби и... Стоп. А мне же нужно энергию зарабатывать. Давай-ка близнецов, наверное, возьмем с тобой. Близнецов, вот этих. Все, ребят. Попытка... Блин, у нас еще так мало места с тобой здесь. Если честно, да? Для разогрева. Так. Подсолнухи, давай. Помогайте мне. Что там уже... Уже что-то идет. Бамс, две пушки сразу снесли. Ну, с этим ладно, мы справились. А вот как дальше-то быть? Эй! Ну, как-то так пока. Ребят, ну а что хотели? Давай сюда поставим, наверное, с тобой, да? Плюс. Тихо. Плюс васабишка. Васабишка. Да где, блин, энергия? Ну, правильно, у меня один подсолнух. Что я хочу от него, ребят? От одного подсолнуха, что ты сделаешь? Да ничего ты не сделаешь. Маг сейчас будет, естественно, друзья мои, превращать. Ну вот, об этом я и говорю. Так, мы с тобой, наверное, сделаем вот таким вот образом. Продублируем еще. Продублируем, так. Давай, уничтожай его. Не давай спуску, блин, не успеет, наверное, или успеет? Успеет. Так, этот у нас идет. Этот псих, ребят. Надо его вот так вот. Оп. И попал он в бублигум. Вот так вот. Все, без газетки-то что, ага. А ничего, блин. Наверное, придется вот так вот сделать. Подожди, а здесь у меня что, разве никого не было? Ладно, фиг с ним.
Да ну-ну-ну-ну, куда вы разогнались? Ну все, вам все равно крышка, ребят. Все равно вам всем крышка. Я ни йоту не потрачу. Да, одна газонокосилка осталась. Ну, тут, ребята, результат в чем? В том, чтобы пройти миссию. Главное, что я свои финансы... Нет, мне пришлось один раз потратить, когда я отбивался. Ну, это один раз. А прикинь, если вот так вот в процессе игры за один бой, там, по 5-6 раз, то как минимум 5-6 тысяч улетает у тебя. Так, ух ты, кирпичноголовые. Слушай, против этих дурачков, наверное, я думаю, знаешь, что нам пригодится? Вот этот вот цветочек, это однозначно. Ко всему замедляшка. Плюс. Тихо, подожди, вот так, наверное, сделаем с тобой. Плюс ко всему. Мелких мы их не будем, наверное, мелкими делать, да? Взять орех. Или... Да, возьму орех. И что дальше? Может быть, откидывать их назад? Еще ко всему прочему. И мяту взять. Ну, допустим. Какую тут мяту-то взять? Я даже не знаю. Ну, возьмем вот эту. Плюс возьму жвачку. Это на всякий случай, ребят, для подстраховки. И, наверное... Где наши близнецы? Братья-близнецы. Оу! Стоп! Я не смогу здесь зарабатывать, да? Солнечную энергию. То есть то, что у меня есть. Будь добр этим пользоваться. Тогда мята отменяется, ребята. Хотя почему отменяется? Она не отменяется. Мята как раз-то нам здесь и поможет. И возьму, наверное, взрывную. Все, поехали. Так-так-так. Раз, два. Давай смотреть, что у нас тут получится из этого всего. Ага. Ох, там еще и волн-то сколько будет, ты посмотри. Ну-ка, если я вот так вот поставлю. То есть ты только, блин, одного съедаешь и все, что ли? А нет. Прекрасно. Давай вот так вот сделаем. Жух. Ёлки-палки, а тут-то их сколько идет, посмотри. Блин. Как быть? Сюда есть только ставить. Что ты по одному-то только уничтожаешь? Ты бомбил бы по всем бы, я не знаю. Идут. Идут, друзья мои, супостатики-то. Идут. Если я сделаю вот так вот. Ё-моё. Пускай он пока тут хрумкает. Получится, не получится. Ребят, все, у меня по солнечной энергии. Тю-тю. Понимаешь, да? Ох, не нравится мне это. Все как тут у нас происходит. Так, выручай. Прекрасно. Давай тоже выручай. Блин, использовал только зря, ребята. Не вовремя немножко поставил. Так, это последняя волна. И...
Слушай, ну пока все замечательно, я тебе скажу. Идет все превосходно. Так, остаются два зомби. Три. Здесь два и здесь один, да? Один вспять развернулся, то есть он за нас. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Блин, не справился. Зомби с кирпичной кладкой на голове. Это, конечно, что-то с чем-то. Но, как ты видишь, мы с тобой прошли здесь. Даже не потратили ни одной монетки нашей личной. Ну что, переходим с тобой на четвертый этап. И смотрим, что у нас тут. Понял. Не дать затоптать цветочки. Ё-моё. Блин, тут шарики, подрывники, плюс там... Ого-го. Вопрос сразу же такой. Каким макаром я должен им не дать? Ну, давай я возьму арбуз, к примеру. Крокодильчики здесь вряд ли мне чем-то помогут. Тут надо брать васаби. Почему, ребята, васаби? Потому что он может разворачиваться и бить сзади себя. Плюс возьмем с тобой вот так. Вот так. Твою же налево, что еще-то взять-то? Что еще взять-то? Что-то охота, а вот что, не знаю пока. Мину. А, тут еще и бегуны, друзья мои. Значит, придется взять мину. Защитника хотелось бы, конечно, взять. Так, близнецов берем. Ну и все пока. Больше у меня нет никаких идей по этому счету. Стали. Наверное, лучше вот так вот. Че, попробуем, друзья мои? Блин. Сложно будет, конечно, сейчас. Фу. И энергии нету. Так, давай сюда. 125, да? То есть, я так понимаю, если они давят, то мы сразу фейлимся. Верно или неверно? Шиш его знает, верно или неверно. Так, пока, наверное, поставим сюда вот мину. Спасибо. Эй-э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 й. Да ты должен, Дейзи, должен завалить. Молодец, красавчик. Так, васаби. Ну а что делать? Придется вот так вот выставлять. Так, давай дальше думать. Не ровен час, побегут бомжи. Прыгуны, я имею в виду, да? И нам нужно с тобой вот здесь вот защищать все это. Каким образом, пока не знаю, ребят. Вон они появились. Так, если я сделаю, например, по мини. По одной. Упс. Так, летунов нету. Слушай, сейчас, наверное, эти начнут прыгать. Вот этого, блин, я и боялся, друзья. О-ху-ху-ху. А как? Погоди. Друзья мои, ну... Я не знаю. Я серьезно говорю, я не знаю, как нам быть. Этот же гриб не дадут мне? Нет, они не дают мне его. Как тогда быть? Жвачку? Ну, жвачка мне не поможет здесь вообще никак. Ледяная мята. Представляешь, у меня вообще нет никаких идей. И эти уже отпадают, потому что они, ребята, без суперударов. Хе-хе. Да, круто, конечно. Молодцы, ничего не скажешь. Придумали здесь. То есть они сразу сбрасывают и все на голову. И как? Скажи-ка мне на милость, я должен... Здесь с ними справляться со всеми.
Этого, что ли, брать с собой? Ну, это глупо, наверное, как-то, мне кажется. Вообще не знаю, ребят. Ну что, попробуем? Попробуем. Так, подожди, что, я все поменял, да? Я все поменял. Так, мины. Вот это нам, наверное, не пригодится здесь. Возьмем этого. Если мы будем сбрасывать, тут кирпичноголовые идут. Мне кажется, здесь невозможно мне пройти будет. Тут надо их сразу сдувать, как только видишь на примете. Они приземляются. И что-то такое должно быть, чтобы их сразу сносить. Не знаю, ребят. Вот это вот. Они же все равно пройдут. Короче, я не знаю. Если не смогу, но то не смогу, ребят. Ну а что? Что я могу с этим поделать? Знаешь, не дано. Ну, они, конечно, да, они там очень... Блин, наверное, надо было брать гороха этих. Все, я понял, ребята. Я только сейчас понял, что надо было сделать. Брать, которые стреляют и назад, и вперед. Понял, да, о чем я? А что мне от этого то? Он в тени. Твою же, он же в тени. Да, он же, по-моему, только от теневого растения, ребят, становится нормальным. Сейчас он вообще бесполезный. Вот о чем я. Хм. Нафиг я тогда его взял с собой, а? Тоже додумался, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Ну как же так-то? Чего там дергаетесь-то? Вы не дергайтесь, вон он сейчас подойдет, будь его бомбить. Спокойненько себе. А я посмотрю, насколько вы хорошо бомбите. Ну-ка, посмотрим, как вот этот вот, ребята, орешек сможет вообще мне как-то помочь. Не успел посмотреть. Вот они. Вот сейчас мы посмотрим, ребята, если они полетят вдруг. Ну-ка, давай-ка вот так сделаем с тобой. Это первый был, да, у нас заход. Что там за звуки такие интересные? Сейчас я услышал. Ну, допустим. Да, ну, ребят, это чушь собачья. Вот серьезно говорю, это чушь полная. Не дано пройти мне, короче. Я не знаю, как это проходить. Вообще, можно они... Сразу же начинает топтать эти цветы. Или просто я уже не соображаю. Уже слишком поздно, как говорится, да? Надо свежиться, надо попить чайку, кофейку, покушать в конце концов. Ну что, дорогие друзья, давайте мы с вами на этом будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!